Здравствуйте, в эфире новости, в студии Андрей Иванов. В ближайшие полчаса мы расскажем о самых главных событиях в регионе. Все подробности в материалах моих коллег. Всех подсчитают. Через 10 дней стартует всероссийская перепись населения. Новая детская клиника важнее. Хирург Юрий Козлов объяснил свой отказ от мандата депутата Госдумы. И антиотец года. Полицейские задержали пьяного несовершеннолетнего водителя с двухлетней дочкой в салоне. ЧП на железной дороге, угроза экологической катастрофы и оказание помощи пострадавшим. 6 октября практически во всех городах Приангарья проводятся общероссийские тренировки по гражданской обороне. Масштабные учения прошли сегодня и в областном центре, прямо на берегу реки Иркут. Справились ли с поставленной задачей сотрудники спецподразделений? Расскажем далее. По невыясненным причинам просто сойдет с рельсов. А груз в вагонах представляет серьезную опасность для человека. Это нефтепродукты, которые тут же попадут в реку. Ведь авария происходит прямо на мосту. Так выглядит первоначальная легенда масштабных учений. На место ЧП молниеносно прибывает сразу несколько аварийных служб. Это спасатели, пожарные, сотрудники РЖД. Медицинская помощь понадобилась одному из пострадавших. Ему требуется транспортировка через реку. Здесь также должны слаженно отработать медики и специалисты ГИМС. Задействование дежурных служб города, привлечение сил местного пожарно-спасательного гарнизона, аварийно-спасательных формирований Иркутской области – именно на ликвидацию розлива нефтепродуктов и предотвращение возгорания возможного. Третий этап – это уже задействование областной системы РСЧС. Это привлекаются областные подразделения, Байкальский поисково-спасательный отряд. А затем кульминационный момент всей операции – это откачка нефтепродукта, который попал в водоем. Здесь уже работают экологи Росгидромета. Они берут пробы воды, чтобы понять, насколько серьезный ущерб экологии нанесла ЖД-катастрофа. А вот оценку масштабным учениям дадут позже, на официальном совещании с главой региона. Однако уже сейчас можно с уверенностью говорить, что все службы отработали в команде слаженно и грамотно. Мария Константинова, Антон Бархатов. Местное время. Приватизация земельных участков во втором поясе водоохранной зоны будет разрешена. Правительство внесло в Госдуму соответствующий проект поправок к земельному кодексу. Белый дом намерен отменить запрет на приватизацию участков в так называемом втором поясе зон санитарной охраны водоемов, введенный в 2007 году ради их защиты. Нормы об ограничении оборота участков признаны неэффективными. Ожидается, что именно передача земель в собственность будет стимулировать граждан и бизнес к соблюдению природоохранного законодательства. Школу села Шаманка Шелиховского района ждет масштабная реконструкция. К такому решению пришел глава региона на встрече с педагогами этого образовательного учреждения. Зданию уже 86 лет. Игорь Кобзев пообещал вопрос по капитальному ремонту школы взять под личный контроль. Маленькая, уютная, деревянная. За 85 лет школа села Шаманка выпустила несколько поколений учеников. Многие вернулись сюда уже после окончания вуза. Помню, как моя мама готовилась к урокам. Я помню маму, это каждый вечер светильник и большая кипа тетрадей. Она их проверяла, методички у нее она постоянно выделяла. Каждое лето она всегда перед учебным годом она перечитывает все те произведения, которые будут проходить. Я у мамы спрашиваю: мама, зачем? Ну ты уже столько лет преподаешь. Ну как, надо освежить, надо все моменты, все это помнить, чтобы детям рассказывать, если не прочитали. Сельская школа – это особая атмосфера. Здесь словно одна большая и дружная семья. В день учителя глава Приангарья посетил именно эту альма-матер и вручил педагогам букеты цветов со словами благодарности за их самоотверженный труд. На встрече обсудили также и проблемы образовательного учреждения. Капитальный ремонт нам нужен очень в школе, потому что у нас на сегодняшний день мы понимаем, что нужно школу модернизировать, нужно произвести ремонт крыши и самого здания, благоустройство всей территории, чтобы наше учреждение было безопасным для детей.
«Школа – это прежде всего культурный центр всего села», отметил Игорь Кобзев. А сельский учитель – фигура значимая и всеми уважаемая. Поэтому учреждениям из глубинки должен помогать не только муниципалитет, но и государство. Мы пойдем более, наверное, гибко в этом вопросе. Мы разделим на несколько этапов. Первый этап – это сама школа. И именно свой капитальный ремонт мы планируем это провести за счет федерального бюджета. Это замена окон, утепление наружных стен. Где-то посмотрим все, что связано с коммуникациями. Ну, то есть вот эту дефектовку возьмем. Это пусть будет одна история. Вторая – это будет наружный фундамент. Это все, что связано с фундаментами работы. Это будет за счет областного бюджета. А третьим этапом реконструкции школы станет строительство спортивного стадиона. В 2022 году правительство региона намерено согласовать все вопросы, связанные с экспертизой проекта. Капремонт планируют начать в 2023 году. Мария Константинова, Руслан Ульмасов. Местное время. В Приангаре зачастую ремонтом дорог местного значения занимаются люди, не имеющие ни профессиональных навыков, ни ресурсов. Такие выводы сделал глава Приангарья. В частности, речь идет о реконструкции дороги Баклаши-Шелихов. Объект должен быть сдан в начале октября. Однако до завершения работ еще далеко. Как отметил на своей странице в Инстаграм Игорь Кобзев, деятельностью подрядной организации уже вплотную занялась прокуратура. Возбуждено уголовное дело. Для него важнее новая детская клиника, чем мандат депутата Госдумы. Известный хирург Юрий Козлов на своей странице в Фейсбуке поделился с подписчиками своим решением. Доктор отказался от мандата из-за очень важного проекта в своей профессиональной деятельности. Цитата: «Строительство в Иркутске новой детской областной больницы для меня сейчас перевешивает все. Этот вопрос занимает все мои мысли. С ним я засыпаю, просыпаюсь, им дышу. Сейчас мы вышли на определенный предпроектный уровень, и я понимаю, что не смогу передать это начинание кому-то другому. Как говорится, по жизненным показаниям. Поэтому принял для себя решение отказаться от мандата депутата Госдумы». Конец цитаты. Юрий Козлов подчеркнул, что не жалеет о полученном политическом опыте на прошедших выборах и намерен войти в профильную внутрипартийную комиссию «Единой России» по здравоохранению. В Приангаре задержаны 7 членов секты «Свидетели Иеговы», которая признана экстремистской организацией и запрещена в России. По факту осуществления незаконной деятельности возбуждены уголовные дела. 2 человек заключили под стражу. Судьба остальных участников решится в ближайшее время. Следственный комитет проводит комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В Тулунском районе 17-летний подросток в нетрезвом состоянии сел за руль «Жигулей». Его неуверенные маневры с нарушением ПДД заметили инспекторы ДПС. А вот уже в салоне полицейские обнаружили 2-летнюю девочку, не пристегнутой ремнем безопасности и без детского кресла, а также маму несовершеннолетнего водителя. Как выяснилось, ребенок – это дочь подростка. Употреблял алкогольные напитки? Да. Что пил? Пил. Скажите, вы знали, что ваш сын управляет транспортным средством? Да. Сколько сыну лет? 17. Часто он управляет? Ну, как бы часто, но ездит так, когда... Днем маленько, когда с учебы приедет, все. В отношении матери полицейские составили административный протокол. К слову, от ответственности не уйдет и сам несовершеннолетний отец. Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Как в ней смогут поучаствовать жители Приангарья? Сколько стационарных участков будет работать в регионе? Как отличить представителя службы переписи от злоумышленников? Когда будут подведены итоги численности населения? На эти и другие вопросы ответим в сюжете. Перепись населения – учет всех людей на определенной территории, в государстве, регионе и населенном пункте. В Ангарском округе завершается подготовка к ее проведению. В разных районах города будут работать 73 стационарных переписных пункта. В ее проведении участвуют 437 переписчика. Им предстоит обойти все жилые территории. Каждые 10 лет по рекомендации ООН перепись проводится в любом государстве, то есть во всех государствах мира. Последняя перепись на территории Российской Федерации проводилась в 2010 году. И, в общем, она была логично запланирована на 2020. Соответственно, вот из-за ковида была перенесена. Почему раз в 10 лет? Вот всегда возникает вопрос, почему такая периодичность, от чего и как. Ну, считается, что за 10 лет формируется, в общем, довольно уже хорошо новое поколение.
Впервые в этом году отойдут от традиционной работы на бумажных бланках и перейдут на цифровой формат. Жители Приангарья могут участвовать в переписи и самостоятельно через портал госуслуг или в МФЦ. Новый метод актуален в сложившейся эпидемиологической обстановке. Чтобы переписать себя и своих близких онлайн, достаточно иметь компьютер или любой другой гаджет с доступом к сайту госуслуг. Всего постоянным жителям России будет задано 33 вопроса. Из них 23 касаются социально-демографических характеристик. Услуга участия в переписи станет доступной с 15 октября. Наталья Хмелева, Дмитрий Новопашин. Местное время. Сохранить и приумножить для будущего поколения. В Ангарске состоялась масштабная акция по озеленению города. Тяжелая техника привезла саженцы, лопаты и необходимый инвентарь для посадки 300 кустов сирени. Новая аллея стала подарком городу от крупного предприятия. Уже весной эта улица превратится в цветущую аллею. 300 саженцев венгерской сирени здесь высадили сотрудники одного из градообразующих предприятий в качестве подарка на 70-летний юбилей Ангарска. Новая аллея появилась в знаковом для города месте. Около стелы «Ангарск – город, рожденный победой». Помимо сотрудников предприятия, в экологической акции приняли участие и представители окружной администрации. В частности, идею поддержал председатель Думы Александр Городской. Мы ежегодно это делаем. Мы, я имею в виду, и ангарчане вообще, и депутаты в частности, на своих округах. Эта инициатива со стороны жителей, которая идет, всегда подхватывается, и мы... Тысячи саженцев ежегодно высаживают по всему городу. Если посмотреть на Ангарск, так сказать, с высоты птичьего полета, с квадрокоптера любого, снимков таких много, сейчас и видео много, видно, что город очень зеленый. Ангарск растет, развивается, застраивается, но от этого не становится менее зеленым. Кроме программы по компенсационным посадкам, в округе действуют различные акции для поддержания экологического баланса. Участие в этом принимают крупные предприятия, общественные организации и сами горожане. К примеру, победители ежегодного конкурса «Дом, в котором я живу» получили сертификаты на приобретение саженцев, цветов и садового инвентаря, чтобы в будущем году продолжить озеленение дворов. Александр Красовский, Дмитрий Новопашин, Наталья Хмелева. Местное время. 6 октября отмечается Всемирный день охраны места обитаний. Традиционно в этот день экологические организации проводят благотворительные встречи, различные акции по высадке деревьев и уборке территорий. В школах проходят тематические классные часы. Так повелось, что именно в этот день назначают открытие новых объектов, парков, заповедников, приютов для диких животных. 6 октября во всем мире волонтеры обращают внимание людей к проблемам экологии и необходимости бережного отношения к природе. О погоде вы узнаете из выпуска «Метеоновостей» сразу после нашей программы. А на сегодня это все. Материалы выпуска размещены на официальном сайте телекомпании actistv.ru и в Instagram. Смотрите и оставляйте комментарии. А если вы стали свидетелем интересного события, то отправляйте видео нам в директ. До свидания.